Всем привет! Вы на канале Over9K5000, и это 5 мест из Fallout 4 с запоминающейся историей. Поехали! Каналы под Diamond City. Здесь до войны жил маньяк-убийца, который похищал, мучил и убивал женщин, мужчин и даже грудных детей. Его не смущало абсолютно ничего. В каналах много трупов, хаотично разбросанных по всей локации. Но самое интересное, это то, что с каждым из них маньяк по имени Фантом Болот расправлялся по-своему. Можно пошутить про вкусы различные и сказать, что Фантом Болот может развлекаться как хочет, но нет. Все эти трупы и махинации с ними были произведены на почве ожидания. Ожидания гостя. Он ждал прихода местного шерифа. Трупы – это лишь романтичная обстановка для встречи с желанным гостем. И если послушать его голозаписи, можно сделать вывод о том, что шериф на самом деле – женщина. И выяснить, что весь этот эпатаж был устроен ради нее. Финал у этой истории неоднозначный, и многие видят его по-разному. Я уже делал ролик, в котором фигурировала его история и предлагал свои варианты ее завершения. Так что милости прошу, после просмотра этого видео переходите по ссылке в описании и смотрите полную историю, либо тыкайте по плашке сверху вашего экрана. Кстати, я, кажется, нашел зацепки касательно фантома в другом месте Содружества. Это не 100% его след, но почерк безумно похож. Так что если, посмотрев этот видос и его полную историю в виде другого ролика, вы захотите услышать новые зацепки о Фантоме Болот, то обязательно ставьте лайк и напишите об этом в комментарии. Я пойду собирать материал и сделаю новый ролик на эту тему. Заброшенная лачуга в светящемся море. Изначально ничем не примечательное место, но посмотрев ее внимательнее, можно найти люк, подземный комплекс. Если исследовать местность внутри и вне комплекса внимательнее, то можно понять, что в этом месте осуществлялась слежка. И скорее всего, за китайцами. Именно это место, по некоторым теориям, считается виновником случившейся Великой войны. Подробнее о ней вам расскажет друг нашего канала Good Natured. У него есть самостоятельный видос на эту тему, так что если хотите узнать больше об этой теории, милости прошу в описании под видео. Психиатрическая больница Парсонс. С ней связан отдельный побочный квест, но он нас совсем не интересует. По крайней мере, сейчас. Нас интересует содержимое клиники, а точнее, ее обитатели. Увы, уже бывшие. Кто только тут не проживал. И ребенок, который убивал людей своими слезами, и шериф женского пола, которая боялась педофилов и пыталась лечить эту фобию электрическим стулом, и стоять. Только сейчас уловил связь между шерифом из каналов Болотного Фантома и этим. Очень занимательно, надо это учесть, если буду продолжать его историю. И другие интересные персонажи. Занимательное место, однако. И особенно, если вникать в его историю. Посетите лечебницу еще раз, будет интересно. Я, кстати, не делал самостоятельный ролик про психушку, так что пока узнать о ней побольше из моего канала у вас не получится. Придется запускать игру самому или посетить просторы Гугла. Однако, если вы захотите услышать ее историю из моих уст, вы знаете, что нужно сделать. Нужно написать в комментариях, что вы хотите историю этой локации. Jamaica Plain. Городок с очень интересной историей и без счастливого конца. Благодаря слухам о том, что внутри одного из домов спрятаны довоенные сокровища, погибло очень много людей. История Jamaica Plain – это история людей, которые пытались эти сокровища найти и погибли по причине чувства собственной важности и жадности. Эта история откроет и ваше истинное лицо, когда вы найдете те самые сокровища и увидите их содержимое. Полная история по ссылке в описании. Второе место занимает история данвичских бурильщиков. Тут прям вообще все сложно и стрёмно. Внутри все время сам по себе включается или выключается свет. Главный герой сходит с ума и ловит галюны. Земля сама по себе дрожит и трясется. И вообще, до войны здесь проходили обряды оккультизма. С какой целью?
Покопавшись в играх серии и в интернетах вместе с моим модератором, мы смогли найти неопровержимые доказательства связи между бурильщиками из Содружества и Данвич Билдинг. Что там почитали один и тот же культ. Культ зловещей древней книги Кривбекни. Более того, мы выяснили, что всему случившемуся там виной является древнее подземное божество, которое хочет поработить человечество и распространить свое величие по земле. Мы также нашли параллель между детьми Атома и культом Кривбекни и готовы дальше развивать эту тему. При условии, что у вас есть на это желание. Расследование на эту сектантческую и религиозную тему вы также сможете взглянуть, перейдя после просмотра этого ролика по подсказке, либо по ссылке из описания к видео. Я даже думал данвичскую историю поставить на первое место, ибо ну очень меня интересуют подобные религиозные темы, но потом передумал и поставил другую на первую позицию. И скоро вы узнаете почему. Первое место занимает не сколько история, сколько чертовски мистическая и криповая деталь в дополнительном контенте World Tech Workshop. Кто бы ожидал, да? Долго, нудно и упорно отстраивая убежище 88 и очищая его от всякого хлама, ты постепенно добираешься до его другого конца, граничащего с выходом в Содружество. Ты разгребаешь завалы от всякого хлама и мусора, и тут... Это чё такое? Я, честно сказать, увидев это в первый раз, нехило так напугался, ибо стоял прямо около него и, повернувшись направо, увидел эту статую или манекен, что это вообще, прямо перед своим лицом. Давайте взглянем. Его взгляд пронзил мой монитор. Это что, человеческий глаз? Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что гуглить насчет этого, чтобы потом что-нибудь сказать. Но даже сейчас, записывая голос к этому ролику, у меня есть чувство, будто он наблюдает за мной. Брох. Оборачиваюсь назад и прям представляю, как оно стоит сзади. О боже. Походу, надо завязывать с этими играми. До добра это дело явно не доведет. А то я даже и играть теперь боюсь.